суд Дрездена постановил, что запрет собраний в городе Хайденау противоречит закону о свободе собраний, сообщает в пятницу агентство DPI. Согласно решению суда, запрет является очевидно противозаконным. Зампредседателя профсоюза полиции ФРГ Йорк Радек и сопредседатель партии «Зеленые» Джем Оздемир ранее высказались против ограничения свободы собрания и отмены всех запланированных мероприятий в городе. В Хайденау 22-23 августа произошли столкновения между полицией и националистами, которые пытались напасть на приют для беженцев. В ходе уличных боев пострадали более 30 полицейских. 26 августа Хайденау посетила Меркель, которую на въезде встретили около 400 демонстрантов, выкрикивавших оскорбления. В настоящее время в городе введен запрет на собрание, который связан с намерениями правых радикалов продолжить выступление. Официальная причина запрета – нехватка полицейских кадров для контроля за мероприятием. 26 августа.